Друзья мои дорогие, всем привет! Вы снова на канале «Секреты вязания» от Ирины Акман. Меня зовут Ира. Я рада приветствовать всех, кто первый раз зашел на наш канал. Если вы не подписаны, обязательно подписывайтесь, потому что на нашем канале очень много всего интересного на тему вязания и не только. Ну что ж, друзья, сегодня я хочу вам показать очень классный набор для вязания. Вот такого вот круглого пончика. Sweet Donut. Сладкий пончик. И перед тем, как открыть этот наборчик, видите, я его еще не открывала. Вот такой он ко мне приехал. Я же хочу с вами вместе все открыть, все вам показать, как упаковано, чтобы вы все видели, все знали. И готовый пончик выглядит вот так. Вот сразу покажу, он тоже приехал ко мне уже готовенький. Смотрите. Мягенький такой, как подушечку можно использовать в качестве декора на кроватку детскую или, ну не знаю, куда захотите, можете его положить. С одной стороны одна цветовая гамма, с другой стороны вот такой поярче. Приехал такой набор ко мне с магазина «Бабилон». Вот, кстати, здесь на упаковке вот есть название. Ссылочку на магазин этот оставлю тоже вам внизу под видео. Много я уже изделий вязала из этой пряжи. Это классная украинская пряжа. Именно вот этот магазин находится в Украине. Не в России, не в Канаде, не где-то в Европе. В Украине вот эта качественная пряжа. Классная трикотажная пряжа. Они, естественно, продают не только трикотажную пряжу, а и сопутствующие разные инструменты. В общем, на сайт заходите, смотрите, там что угодно у них есть. Ссылочку на изделие, которое мы вязали с вами из этой пряжи, я вам оставлю внизу под видео. Обзор пряжи вот этой тоже посмотрите внизу под видео. Оставлю все ссылочки полезные. Также вам напишу промокод Акман. Уже, думаю, все запомнили, что если в каком-то магазине вы будете покупать, то промокод, в принципе, один. Я всем говорю, чтобы был вот такая фамилия Акман. Скидку магазин предоставил 7% постоянную. Сначала они хотели дать только на месяц, но я, как обычно, стараюсь выпросить на долгую, на постоянную скидку. Предоставили 7% только на первую покупку всем новым покупателям. Всем моим подписчикам, которые первый раз вот захотят купить в этом магазине какую-то пряжу или не пряжу, а что-то другое. В общем, на любую первую покупку. Ну что ж, давайте будем открывать этот наборчик с вами вместе. Я же хочу все вам показать. Один шанс у меня разорвать эту упаковку. Смотрите, картонная классная, кстати, коробка, которую тоже можно потом использовать, если хотите. Кстати, на коробке написано, вот, внимание, деткам от 3 лет, не младше. Ну, мой малыш, так ему 2 года, но он уже и крючки, и спицы, уже что угодно брал в руки, игрался, конечно, под моим присмотром. Я ни в коем случае его, ему одному не оставляю, чтобы он сам игрался. Так, сейчас открою, тут так хорошо все заклеено. Опа, опа, ты смотри, прямо аж заклеили, опа, не могу открыть, все, обзора не будет, все, шутка. Так, ну что, открываем, мне самой интересно, любопытно, что тут внутри. Вау, смотрите, 2 цвета красивых какие. Интересно, кстати, может, можно просить, чтобы положили цвет, вот какой я хочу, например, если бы я хотела, например, там шоколадный и какой-то кремовый. Надо будет уточнить этот вопрос. Я думаю, магазин пойдет навстречу и может положить те цвета, которые вы бы хотели, ну, сами выбрать, а не просто набор купить. Так, давайте прочтем, что здесь на коробке пишут. Значит, две бобинки разных цветов. Это мы уже с вами увидели. Розовая и красивенная бирюзовая такая вообще. Так, дальше. 35... Colorful yarn pieces for decoration. 35 разнообразных вот таких вот цветных полосочек. Я так понимаю, они нужны, чтобы сделать вот эти вот, видите, такие полосочки на пончике для декора, видите. Вот такие, в общем, отрезочки, да. Дальше, 5 метров пряжи stitching для того, чтобы связывать два... Вот этих две части пончика. Вот эта пряжа для того, чтобы связывать вот здесь вот шов. Видите? Сначала вяжется одним цветом одна часть пончика. Потом вяжется голубым
например, в данном случае, и связывается, вот видите, посерединке бежевый идет шов вот такой ниточкой. Дальше крючок один металлический, пластиковая иголка, маркер, 100 грамм силикона вот этого, по идее, да, вот этого, и один activity book. Вот крючок. Опа, хорошо приклеили на скотч, чтобы не потерялся. Крючок идет здесь номер 10 миллиметров, такой хороший металлический, который не сломаете. Да, девочки, я, кстати, уже не один крючок сломала, когда вязала трикотажку, потому что очень туго вязала, а у меня он был пластиковый, и он так себе раз, и головка отлетела. Поэтому я советую для вязания трикотажки использовать металлические крючки, а не пластиковые. Вот такой обычный маркер и пластиковая иголочка, вот такая красивенькая. Кстати, этой же иглой можно сшивать любые трикотажные плечевые изделия, закрывать петли иглой, в общем, пользоваться ею тоже можно. 100 грамм вот этого наполнителя, давайте же я тут чик-чик сделаю вот так, и мы же посмотрим, что это за наполнитель такой, какой-то особенный. Так, смотрим, смотрим. Вот такой здесь наполнитель, видите, у меня уже стоит такой мешочек такого наполнителя, которые я использовала для своих трикотажных подушек. Мастер-класс на подушке, кстати, тоже есть у нас на канале. Это все, что было в коробочке. И вот это здесь, видите, же написано book. Вот это имеется в виду инструкция. Сейчас вам покажу. Вот такую удобную инструкцию они сделали. Sweet Donut, видите, вот в формате PDF. Так что любой человек, который, я так понимаю, покупает такой набор, получает вот такую инструкцию, видите? Вот внизу инструкции, кстати, указаны, вот есть YouTube канал у них, Facebook, Instagram, будете искать, подписываться. Хорошая инструкция, и, кстати, по ней мы с вами тоже можем, вот у меня уже есть наборчик, так что можно уже вязать, садиться мне, пожалуйста, вот этот пончик сладкий. Кстати, инструкция есть также на английском языке, так что, пожалуйста, можете заказывать в любую страну мира такой набор. И все описано подробно на английском, очень удобно. Но так как у нас на канале большинство русскоговорящих, поэтому мы будем пользоваться такой инструкцией. Хорошая такая подробная инструкция для тех, кто совсем не может самостоятельно вот связать такой пончик. Я думаю, вы по инструкции справитесь. Плюс я сниму мастер-класс, и вы по-любому справитесь. Я вам внизу под видео оставлю ссылочку, где можно заказать вот такой вот набор для вязания такого пончика. Кстати, мне очень интересно, есть ли какой-то чехол. Я не читала инструкцию, но мне очень любопытно, есть ли чехол внутри пончика. Сейчас мы с вами проверим. А ну, надо же посмотреть. Ну, я взяла спицу бамбуковую синит, надеюсь, не сломается. Похоже, что там есть чехол бежевого цвета, вот какая-то ткань. Я, в общем, не хочу рвать пончик, но вижу, там есть подкладка. Это, кстати, очень удобно, потому что холофайбер, вот этот наполнитель, не будет вылазить через дырочки, которые есть. Как не вяжи столбики без накида, все равно вот есть маленькие дырочки, через которые может вылазить наполнитель. Так что с подкладкой, конечно же, правильно, что они так сделали, очень классно. Вот, смотрите, видите, голубой фон, голубая подкладка с этой стороны. Получается, подкладка тоже двухцветная. Вы, кстати, очень часто спрашиваете, где можно покупать украинскую трикотажную пряжу хорошего качества. Вот, пожалуйста, магазин Бабилон, прекрасное качество. Есть там тонкая пряжа, потолще. Самая толстая, в общем, ширина указана на сайте. Так что вот так, девочки, всем, кто спрашивает, еще раз отвечаю, где можно покупать пряжу трикотажную хорошего качества в Украине. Ссылочка вам внизу под видео. Свою коробочку я отложу до тех времен, когда мы с вами будем вязать этот пончик сладкий. Ищите меня в Instagram, у меня 2 аккаунта. Подписывайтесь обязательно, подписывайтесь на наш канал. Все ссылочки под видео, промокод. Не забывайте за промокод, обязательно вводите его, чтобы вам была скидочка. Пишите в комментариях также, вязали ли вы из такой пряжи Бабилон, как она вам по ощущениям, как она в носке. Все, жду вас всех в следующих видео. Пока! Всем пока! До встречи!